другим темам. Шокирующие данные звучат сегодня в Киеве. Из уст помощника генсека ООН представлен масштабный доклад о существовании на Украине целой программы пыток, которую поддерживают власти страны. По данным Организации Объединенных Наций, действует как минимум 5 тайных тюрем, где содержатся сотни заключенных, и они постоянно подвергаются издевательствам. Как рассказал Иван Шимонович, их приковывают к батареям, пытают электричеством, водой, душат, используя противогазы. Масштаб проблемы, по свидетельству экспертов, колоссален. Наблюдательная миссия продолжает получать сообщения о незаконных задержаниях, пытках и жестоком обращении людьми со стороны украинской службы безопасности, особенно в зоне конфликта. Истязания и угрозы семьям, в том числе угрозы сексуального характера, неприемлемы. Рано или поздно преступники будут наказаны. Кроме того, нас очень взволновала публикация личных данных журналистов, работающих в Донбассе. Это может поставить жизнь людей под угрозу. Призываем обеспечить безопасность и тех, кто работал там раньше. ВОН также раскритиковали ход расследования беспорядков на Майдане зимой 2014-го. Специалисты констатируют, что заметного прогресса в привлечении виновных к ответственности нет. Крайне непоследовательно, по словам Шимоновича, и расследование трагедии в Одесском доме профсоюзов, где 2 года назад только по официальным данным погибли 48 человек.